в нашому обласному яхт-клубі відкривається новий сезон. Туди запрошують усіх хлопчиків та дівчаток для нового набору. А також у суботу буде відбуватися масове дійство, відкриття сезону. Тому я пропоную продивитися відеосюжет про наш обласний яхт-клуб, а потім дочекатися у гості директора обласного яхт-клуба. Яхт-клуб у Миколаєві – громадський заклад, що поєднує яхтсменів Миколаєва. Будівля розташована у північно-західній частині міста, на річці Південний Буг. Починаючи з 1888 року, територія Миколаївського яхт-клубу – найулюбленіше місце відпочинку городян. Розташоване на березі Південного Бугу в Спаському урочищі, серед зелених насаджень яхт-клуб завжди залишався пам'ятником сміливим, відважним і мужнім людям. Серед його засновників – дуже шановані миколаївці. Ад'ютант головного командира Чорноморського флоту лейтенант Голіков, що став першим командором нашого яхт-клубу. Віце-адмірал Мартинов, композитор-письменник Аркас, штурман славного бригу Меркурій Прокоф'єв, потомственний почесний громадянин Юрцин, адмірал Пещуров та інші. Яхт-клуб має дуже давню історію. 121 год тому назад яхтсмены Николаева собрались на своем собрании и приняли такое решение, что в Николаеве нужно развивать парусный спорт. А почему развивать парусный спорт? Потому что в Николаеве строились корабли, и на каждый корабль должны были быть команды. Команда состояла из капитанов, которых обучали в Санкт-Петербурге, из штурманов, которые учились в штурманских училищах, и также из большого количества матросов и моряков. И для того, чтобы вырастали юнги, которые бы служили на этих кораблях, офицеры Николаевского военно-морского гарнизона приняли такое решение, чтобы в Николаеве открыть яхт-клуб и на парусных лодках, на парусных яхтах начинать подготовку молодых яхтсменов, которые бы потом в дальнейшем служили бы на флоте. Саме у яхт-клубі знаходилась знаменита царська пристань, до якої причолювали царські яхти російських імператорів. Пам'ятає яхт-клуб знамениту яхту «Ореанда», улюблене дітище адмірала Лазарєва. У 1914 році яхт-клубовська флотилія складалася з 109 судів. Більше 300 спортсменів знаходилися під прапором нашого яхт-клубу. Кубки, призи, перемоги – все це пам'ятає надзвичайне місце Миколаєві. Перші гонки состоялись 121 год тому назад. Яхт-клуб тоді знаходився на ріці Інгул. А когда начал развиваться порт и построили большой завод и убрали порт с реки Ингул, то яхт-клуб перешел вот сюда, в это время, в это место, в урочище Спасск, которое называется. И в 1904 году на средства яхтсменов построили это чудесное здание, в котором и по сегодняшний день занимаются яхтсмены, и в настоящее время здесь работает детская спортивная школа Олимпийского резерва. І сьогодні, як тільки розтане лід на Південному Бузі, як перші вісники весни з'являються яхти, обходячи почесною вартою місто Святого Миколая. Друзі. Ось так, друзі, дізналися про історію яхт-клубу. Так, продовжуємо розмову, тим паче, що в нас в студії вже є гість. Отож, до нас сьогодні завітав Ігор Чеботарьов, це директор обласного яхт-клубу. Вітаємо вас. Вітаємо, дякуємо за те, що завітали до нас зранку. І, думаю, поговоримо сьогодні про яхти та взагалі про роботу яхт-клубу, так? А ми знаємо, що 2 травня відбулося, скажімо так, відкриття сезону. Що було в програмі, чим дивували глядачів? Ну, обично 2 мая всегда происходит открытие сезона. Ну, будем говорить, сезона, когда дети выходят на воду. А так практически сезон все время у нас идет. Зимой это ОФП, теория, подготовка физическая в основном, бассейны. А на воду они выходят, открытие сезона, подъем флага 2 мая. А в этом году вообще было очень такое замечательное событие, открытие еще мемориальной доски
почетному гражданину города Николаева Борису Степановичу Немирову, который обошел на яхте «Икар» вокруг света, один из первых в стране СССР такой. Мне повезло с Немировым, я ходил в Америку, первый флаг Украины мы пронесли на яхте «Икар», когда еще не знали, что такое Украина, не знали, что такое флаг украинский. То есть мы его, будем говорить так, по дороге в море шили, а потом пронесли его по всем странам, по Америкам, Англиям, то есть везде узнали, что такое Украина. То есть вот это замечательное событие было, открытие мемориальной доски. И 2 мая была посвящена гонка Борису Степановичу Немирову. То есть маленькие детки, у нас дети занимаются с 8 лет до 23 лет. После 23 лет они переходят в школу высшего спортивного мастерства или остаются в крейсерской секции. Крейсерская секция – это большие яхты, где там уже занимаются и юнги. 8 лет папы приводят своих детей или просто в юнг набирают. И уже, наверное, как, знаете, как мы говорим, их смены в крейсерской секции, пока ноги ходят, пока вот они в яхте. То есть это безвозрастное, то есть есть, которым по 70 лет, по 76 лет, то не участвуют в соревнованиях. А взагалі, як прийшли гонки? Так, як, які результати, що? Ну, 2 мая пройшли, это, будем говорить, первая гонка, когда дети выходят сразу на воду, был довольно-таки хороший ветер такой. То есть сначала надо просмотреть, кто сильнейший, кто не сильнейший, целая ли материальная часть. То есть в основном даже, знаете, это не фактор, чтобы кто-то занял первое место, а прошла зима, и посмотреть, кто на что способен. Остались ли какие-то навыки, силы, то есть вот такое. То есть, ну, это для тренировок. Конечно, ребята, естественно, спорт это такое, что всегда кто-то хочет и стремится быть первым. Ну, естественно, да. Участвовали кадеты, оптимисты. Ну, первые яхточки дети приходят, они начинают с оптимистов. Вот оптимист, потом идет кадет, потом луч. И вот все эти яхты, 470, катамараны, все эти яхты у нас участвовали. То есть ях много, детей у нас много, в школе где-то около от 250 до 300 детей, потому что есть выпуски, есть наборы, то есть это постоянно дети приходят, уходят. Постоянный потік, да? Да. А взагалі, от, який мінімальний вік і максимальний учасників? Ви казали, що це будь-який, от у вас, які це були рамки, скажімо так, максимальні і мінімальні, ну, на пам'яті? Которые участвовали, да, в соревнованиях. Да, участники. А учасників, ну, от 8 лет, я сказав, до 23 лет. І... А максимум взагалі віковий учасників? Хто є, ну, такий как... старожил? І... Они сейчас не участвовали, это вже ті, які переходять, большие, это большие. Ага, це тільки для молоді, так? Да, это большие соревнования, большие яхты, они тоже происходят у нас, но сейчас они будут позже, где-то через неделю, то есть кубок там Альшанцев будет, кумба Кимбургской косы, то есть хватает яхт. Но там, естественно, уже есть, я вам уже сказал, что юнги от 8 лет и до старожилы, до 76 лет, вот такие вот. А ще таке от запитання, ви кажете, так, відбувається постійно набір, дехто відходить, дехто приходить. А як, наскільки багато відсівається? Чи все ж таки, якщо прийшли займатися, то це вже захопились назавжди? Ви розумієте, от, наприклад, я вам сказав за Бориса Степановича Немирова, я пам'ятаю таку історію, от спрашивают, що запомнилось. От я історія така, коли ми йшли в океані, от ми розмовляли, она мне как врезалась в память и осталась. То есть он родился на Урале, в деревне, в которой даже не было, то есть это Россия, Урал, то есть в деревне даже, где не было речки. Главное, что было бы желание. Да, вот ему снилось, что он хочет быть капитаном, моряком. И вот он оттуда уехал в Херсон поступать, после Херсона в Николаев корабли. То есть это как, знаете, это мечты, болезни. Якщо дано, якщо так, да, має. А ось ваші вихованці, які починають з маленьких хлопчиків, дівчаток, які стають на яхти, вони в подальшому стають капітанами, моряками? Ви знаєте, одні становятся капітанами, моряками, другі просто становятся нормальними людьми, тому що любой вид спорту, пусть даже не парусний, это любой, шахматы, бадмінтон, футбол, то есть это дисциплина, это физическая подготовка, то есть спорт он дисциплинирует.
Тобто пусть він не стане капітаном, але стане нормальним чоловіком для нашого А чи є це таким підґрунтям для того, щоб стати моряком? Тому що деякі люди для того, щоб поступити у театральне, ходять у театральні там гуртки. А ось людина, якщо хоче стати моряком, окрім морського коледжу, академії, чи ваші гуртки, ваше заняття в обласному яхт-клубі, чи допомагають вони якось на практиці? Звісно, допомагають. Тобто, ребята, які обучаються у нас парусному спорту, потом поступают в различные институты, даже взять наш корабельный, они потом переходят в НКИ, ну, наш в НКИ, так же самое, там есть яхты, они занимаются дальше. Кто-то уезжает мореходки, то есть вот буквально я разговаривал с мальчиком, который у нас занимался, он приехал на каникулы на 3 дня, он в Херсонской мореходке, кто-то в Одесской мореходке, естественно, это все помогает. Ну, а дети, понимаете, тяжело сказать, кто-то просто мимо проходил, кого-то в школе набрали, он прошел 2 тренировки, 1, потом он понял, что это не его, он побежал на футбол или на бокс. Но если возвращается, то есть вот я работал много лет тренером, я заслуженный тренер Украины, воспитал много мастеров спорта, многих детей. То есть дети приходят, может пойти, недельку позанимался и пропал. А потом он появляется через определенное время, через месяц, через год. Я говорю, ты опять пришел? Он говорит, да, я ходил на футбол, на баскетбол, еще куда-то. Говорит, ну вот меня опять потянуло на яхты. То есть вот они остаются. То есть это сложно сказать. Кто-то остается в яхтах, кто-то в другом виде спорта. Ми продовжуємо. У нас вже трохи засумував гість під час кліпу, так? Продовжуємо розмову і хотілося б продовжити на яку тему? Що планується надалі? Цими вихідними ми знаємо, що у вас буде подія. І які надалі також змагання, тому що ви анонсували просто їх назви, коли вони будуть відбуватися, і чи можливо просто прийти і подивитися? В цю суботу, воскресенье буде чемпіонат міста. Где будут участвовать все наши спортсмены, будут они проводиться, правда, не напротив их клуба, они будут проводиться в разливе, где сходятся Ингул и Бух. Там большая акватория, потому что яхт будет довольно-таки много, и там всегда есть сильный ветер, потому что там есть где разгуляться. А о котрій годині це розпочнеться, щоб наші телеглядачі могли? Обычно старты всегда в 12 часов, ну, по морскому, если вот такие вот для маленьких детей соревнования. А если большие гонки, то происходит старт, может быть, и после рабочего дня, 8 часов, например, вечера, или 8 часов утра. Это уже все зависит от праздников, которые или выпадают, или выходные, потому что мы подстраиваемся так же само и под родителей, и под детей, и под школу, потому что сейчас, тем более, конец мая, вы прекрасно знаете, что уже у многих детей экзамены, зачеты. Хотілося б дізнатися, учасники, які будуть брати участь у цих змаганнях, де вони беруть яхти? Це якісь резерви яхт-клубу, чи, можливо, у кожного є своя? Это резерв их клуба, которые в их клубе приходите, занимаются бесплатно. Яхты бесплатно. То есть, ну, есть и родители, которые, есть и бабушки, и дедушки, которые, естественно, свою внуку что-то хочет купить. Там, например, какие-то шкоты, это такие канаты, на которые они тянут и держат паруса. Кто-то паруса покупает, кто-то мачты покупает. Есть родители, которые покупают и лодки. Ну, это такое дорогое удовольствие. То есть, кожен Хороший может зібрати, як конструктор, собі свою яхточку трошки оснастити. Да, да. А після цими вихідними, тобто будуть такі змагання, так, хто взагалі учасники? Це тільки наші миколаївські чи будуть приїжджі? Ні, це чемпіонат міста. Може хтось і під'їхати. Обично, ну, зараз немножко складніше. Бензин дорогий, переїзди дорогі. Это чемпионат города, естественно, будут участвовать только, наверное, скорее всего, наши. Раньше, конечно, приезжали одесситы, херсонцы приезжали. Призовый фонд, что для переможца будет? Ну, призовой фонд всегда это медали, кубки, ну и грамоты, естественно. Ну, а еще в зависимости тоже, кто может быть еще, бывает, что есть спонсоры, которые могут купить или жилеты, или, ну, подарить так же самое детям. Потому что жилеты – это основа, это спасательный жилет. Если яхта переворачивается, обязательно ребенок должен быть в спасательном жилете. А чи є якісь побажання або якийсь девіз, який ви кажете своїм вихованцям перед тим, як вони відходять? Ну, обычно всегда моряки говорят «7 футом под килем». Вот, это,
Ну, это для больших, как для детей то же самое. Естественно, напутствие всегда говорят тренера, каждый по-разному. Они знают своих детей. Есть дети, те, которые просто очень сильно переживают, он просто может мимо пройти него и сказать, там, похлопать его, там, обнять, сказать, ну давай, там, чтобы удачи. К некоторым детям вообще иногда не подходишь. Почему? Потому что они в переживании, они больше нервничают. То есть, ну, это... Кожному ребенку потрібен індивідуальний підхід. Тож ми дякуємо нашому гостю, бажаємо усім, хто буде брати участь у змаганні 7 футів під килим.